Всем привет! Всем доброе утро! Из Сибири, да. Мы отъехали вчера где-то 540 километров в районе этого. 580. Да. 548. Я в предыдущем видео более точно говорил вечером. А. Остановились мы возле кафе. Паллада называется, да. Комплекс тут целый. Да, здесь напротив. И здесь все заставлено дальнобойным, круглосуточный магазин, круглосуточное кафе. В общем, впечатление от предыдущего дня. Отличная дорога, есть ремонтные участки, ну их делают, они небольшие. И просят извинения. Да, таблички, да, извинялки появились. Мы пойдем в классе погуляем. Инфраструктуры нет. От кемпинга до кемпинга по 100 километров, если не больше. Это попалось нам, ну, вот таких размеров большая вот такая парковка, первая, за 458 километров, 450. Сейчас плюс 2 на улице, у нас здесь прохладненько. В планах, там, если я не ошибаюсь, что-то около там 490 осталось, 480. У нас до Красноярска, в планах до вечера доехать. Проехали мы, вернее, 500, 558, 548. Более точно в предыдущем видео говорил, сейчас не вспомню. В общем, едем дальше, оставайтесь с нами. Выехали мы, значит, в сторону Красноярска. Проехали мы минут 10. Вот сейчас проехали поворот на населенный пункт под названием Старый Свободный. Нет. И Облепиха. До Красноярска километров 460. Рассчитываем сегодня доехать. Будем стараться. Но все, что проедем, все наше. Едем дальше. Да, Татьяна пока жарит оладушки к чаю. Я вам поснимаю, мы вот проезжаем развязочку. Тайшет. Развязка на населенный пункт Тайшет. Красноярск, 389 километров. Бирюсинск и Тайшет. Значит, по развязке ушли в сторону. Здесь есть шиномонтаж. Если, не дай бог, кому пригодится. Спустились с хребта. Вернее, еще спускаемся. Где-то очень высоко мы ехали. Много километров, а уже едем. А дорога потихонечку все идет вниз. Спускались очень долго, много километров, а мы еще и не спустились. Это ж на какой высоте, по какому хребту мы ехали-то? Реально очень долго спускались. Потихоньку, не круто, но потихонечку ехали вниз. Я уже думал, мы сейчас уже на равнине, а нам еще спускаться и спускаться.
решили мы дозаправиться в этом поселочке Тиново. Он, оказывается, такой вытянутый вдоль трассы. Здесь заправка неплохая. 37.20.92. На заправке была пересменка, только началась, длится ей полчаса, поэтому мы поехали дальше. Но большой такой поселочек. Населенный пункт Нижний Янгаш. Площадь, видать. Это, видать, у них центральная тут и администрация, и площадь. Въехали в Канск. Дорога ужас. Резко притом. Снимать, потому что дороги как будто после минометного обстрела. Здесь чуть-чуть получше. Город Канск. Кирпич такой, да, вот какой-то интересный, в ангарске еще заметил. Вот эти? Ну да, из блоков. Домой сидит.
зашли в светофор в Канске. Пакеты? Да, нам как раз пойдет в автобус. А сейчас смотрю, цены, наверное, такие же, как у нас, да? Или нет? Да нет, подешевле. У нас обидели примерно 90 рублей. А здесь 74. Интересно, а вот мясо здесь продается как охлажденка, лежит уже нарубленное. А, ну здесь я уже вроде снимал. Мы еще в Канске заехали. Светофор. Памперсов там не оказалось. Интересно, у них светофоры как в гонках Формулы 1 расположены. Арка у них тут есть своя в круговом движении. Дороги у них, конечно, давно я не таких разбитых дорог не видел. Даже не латки, а просто дырки дорог. Один из лучших участков. Кстати, перед Канском незадолго появилась первая заправка Газнефть, Газпромнефть. Там у них так, ну, приличные магазинчики. В дороге кто путешественникам, туалет. Чистый, приличный магазин. Удобно. Не то, что мы встречали до этого деревянный туалет без дверей. Выехали из Канска, постояли, отдохнули, пообедали. В общем, немного набрали сил. Едем дальше до Красноярска. 210 километров. А вот здесь вот аэродром с истребителями стоит в Канске, оказывается, на выезде. Поздно камеру подготовил. Блин. Посмотрим, сколько мы отъехали. Ой, вернее, сколько нам осталось до Красноярска. Круговое движение. А до Красноярска нам еще 122 километра. Едем дальше.
Кстати, за этой развязкой сейчас была заправка. Вполне нормальная заправка. 92-й бензин по 35 рублей попадется. Еще раз заправимся. Давно мы таких цен не видели. От самого Ангарска. Вот такое вот движение перед Красноярском. А там вот хребты. Да, километров 30 осталось. 30 где-то так. Ну вот мы и подъезжаем к Красноярску. Небольшая петля. 11 километров в сторону. Но мы решили, что самый восточный город-миллионник мы не имеем права пропустить. Да. Еще не заехали толком в город. Атас. Там вот эта пробка. Туда сколько видишь, и в другую сторону. Ну вот. Подъехали мы к Енисею. Батюшке. Да, доча, едем через Енисей, ура! Вот он, красавец. Мы по нему кораблики плавают. Конечно, небо в Красноярске, помимо того, что пасмурно, еще, наверное, не покажет сплошной смог. Очень затянуто. Такая у нас баня. Она на дровах. Полностью в нашем распоряжении. И всего за 200 рублей с человека. Сейчас вот 400 рублей отдали. Там, кстати, парилка здесь, да, получается. Ну, ой, тут уже здесь жара. Ой, классно. Вот такая вот банька. Кафе Викинг за Енисеем. За Красноярском. Да, Красноярск. Проезжаете Енисей. И тут есть такая прелесть. Давай. Поднимай ручки.